нравится. Очень Если бы нравится. Димаш пошел бы со мной в кофе, ты что бы сказала? Да, на ресторан? Не мечтай. А, хэштег «мужчина с большим инструментом»? Да, это пошло. Пошло. Применение, да? Когда ты засмеялась, когда я это сказала? Я удивилась. Или ты в шоке была? Нет, я... Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот, я не одна. Сегодня я с моей мамой вот здесь. У-ху! С Новым годом! Всем с Новым годом 2019! Круто, а? Ну, да, посмотрите, что мы с собой взяли. Мы нашли в русском магазине казахстанский шоколад, казахстанский премиум дарк шоколадик. И когда буду смотреть дома в Сингапуре, буду смотреть Димаша, буду кушать с чаем и с кофе эту шоколадку, да? Лайф. Да. Что-то хотел прямо сказать. Мы смотрели все ваши комментарии. Мама всех и смотрела, да, читала. Да. Она мне позвонила и все их прочитала. И да. Я их тоже читаю медленно. И вау, мы просто... Так, да, очень хорошие. Очень хорошие. Да, и да. Мы так хэппи. Рады. Очень рады. Мы так рады, что так просто неожиданно так. Да. Потому что, ну да. Добрые, хорошие комментарии. Просто да. Спасибо вам огромное. Да. И да, надеюсь, что советы или мои комментарии тоже вам пригодится. Да. Да, вот я пытаюсь как-нибудь по-русски разговаривать, но тоже стесняюсь. Ну, пытаются. Если бы Димаш пошел бы со мной в кофе, ты что бы сказала? Да, на ресторан? Не мечтай. Ну, мечтать не вредно. Ну да. Красивый парень, большой, да. Большой парень тоже. А как поет Терецлись? Танечка, слов нет. Слов нет. Да. Мама меня спрашивала. Потрясающе, великолепно. Да, мама спрашивала, как так он поет. Да. Ты что мне спрашивала? Я спросила, очень многие спрашивают, это феномен или это талант развития, или трудолюбие, да. Или что это? Или это трудолюбие, один, да. Один из всех. Давайте не я буду это говорить, давайте вы напишите в комментарии, что вы думаете. Это просто такой невероятный талант или это просто, в самом деле, надо очень... По-моему, это все вместе. Да, по-моему, это все вместе. Ну, колоссальный талант, я считаю. Это талант, а трудолюбие невероятно. Ну, да. Благодаря родителям, что они вовремя распознали. Классическое образование. Это основа всего. Мальчик очень подготовленный, это невероятно. И самое главное, если бы он сам не хотел... Правильно. Никто бы никогда не заставил, ничего бы не получилось. Даже при таланте, если человек не стремится и лень, и лентяй, или просто губит свой талант. Недаром же бываешь такие варианты. Да. И все, это невероятно. Это просто наше столетие, открытие, это номер один. Да. А почему наше? Это же казахстанское. А ну, можно прислониться. Я еще... По-моему, мечтать неплохо, да? Ну, во-первых, я вообще-то имела в виду всю землю нашу. А, ну да, хорошо. Нашу всю землю интернациональную, и это... Он же просто достояние всех будет. Да, будет. И посмотри, как стремительно это все развивается. Американцы смотрят, все уже смотрят. И это, дай бог, это просто не останавливался и нас радовал всегда, и каждый день, и вообще это просто потрясающе. Да, ну все, ты же вообще влюблена. Да, все. Знаешь, как говорят, не подкопаться ни к чему. Даже если захочешь, идеал. Да, правильно. Он еще молодой. Молодой, перспективный. И он так лайв поет, знаешь, многие русские у нас телевидение, там все по плейбек постоянно, а он там еще лайв. Ну, подожди. Ну, как так лайв петь? Некоторые программы не разрешают петь. Нет, не разрешают. Это официально известно, чтобы все знали, задают вопросы, лайв или не лайв. Есть просто не разрешают. А во избежание каких-то недоразумений, да? Да, правильно. Концертных несостыковок или еще что-то, чтобы не... Это все подготовлено. В Германии то же самое, да. Ну, не запрещают. Во избежание просто, да. Поэтому это ни в коем случае ничья не вина. Это даже... Иногда мне даже больше нравится, что уже точно уже. И ноту возьмет, и мы послушаем. Ну, хоть будет хорошо звучит. Но у него нет промашек никаких. Нет, он в самом деле просто... Не поддается никакой критике. Больших, взрослых... Самый главный интересный вопрос, как он будет, как этот голос может
wie kann man diesen erhalten? Erhalten? Да. Ну так же. Ну как Барбара Страйзен. Только да? бы не сломался, потому что посмотри, сколько он ездит, какие поездки, правильно, как правильно. Нагрузки какие. Да. А просто не устал бы он для нас ведь. Да. Потому что я посмотреть, за ним невозможно уследить, он как да, сама сегодня здесь, завтра там. Мне очень это интересно, как, так, как люди так берегут этот голос. Так как Барбара Страйзен, она до сих пор еще на концерты дает, она до сих пор поет. Она только что недавно тоже CD-шку сделала. Барбара. А, хэштег «Мужчина с большим инструментом». Да, это пошло. Пошло. Применение, да? Когда ты засмеялась, когда я это сказала? Я удивилась. Или ты в шоке была? Нет, просто? Я... А, хэштег «Мужчина с большим инструментом»? Да, это пошло. Пошло. Применение, да? Когда ты засмеялась, когда я это сказала? Я удивилась. Или ты в шоке была? Нет, просто? Я должен знать, что он любимый всеми. Очень... Ну да. Да, ждем его всегда песен. Хорошо, Лисочка, мы очень много уже говорим, уже все. Да, люди там, да. наверное, уже больше не смотрят. Что-то айфон отман. Для меня хорошо. У тебя такие щеки такие большие. Ели сейчас за праздники. Все поправились. Ну все. Ну все. Ну давайте, subscribe. А, мы уже сказали это, да? Ну короче, давайте. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Да, ой, на мой канал. А, хэштег «Мужчина с большим инструментом». Да, это пошло. Пошло. Применение, да? Когда ты засмеялась, когда я это сказала? Я удивилась. Или ты в шоке была? Нет, просто? Я удивилась, но у тебя такие промахи бывают, но они действительно звучат мило. Очень, ну, да. Просто это немецкие это выражение. Инструмент имеется в виду, это же инструмент. Голос, его да. голос, это его инструмент, он им владеет, его бережет, с ним работает. Это голосовой инструмент. Боже мой, ну. Ну да. И держит ноту, что там сейчас сказала, хэштег там, и шевелится. А, да. Да. Еще шевелится, шевелится, да. Да, молодец. В Гонконге, везде. Правильно, сейчас он едет, да. Ну да. Все, нам уже задолбали, наверное, задолбали. Нет, Тань, так не надо. Нет? Это как «Абагайцес нехт фельгариде», да? Это не значит, что много говорим. Ну, не так. Короче, новый хэштег. Да, солнце мое. А как? Это помягче надо говорить. А что ты назвал? Ну, я не знаю, тоже правда. Замучили. Замучили? Да, замучили. А, я думала, это человек, который много разговаривает. Ну, да. Разговариваю. Ну, извините, пожалуйста, вы же знаете, что так, что-то, да, да. пытаюсь. Да. Хорошо, друзья мои, все. Надеюсь, что наш короткий разговор понравился. И мы вас ждем на моем канале. Дальше будем смотреть шоколад, кушать казахстанский, черненький вот здесь, с чаем будем выпивать. И да, с Новым годом всем, с вами счастьем, да. всего да. хорошего вам. Да. И мы вас увидим на моем канале, да? Да. Целуем вас и скоро дальше увидим. Да. Да? Окей. Okay. Да. И все, он упал только что. Ну, камера только что упала. Окей, до свидания, мои дорогие друзья. Студия, до свидания. Студия домашняя. Домашняя, да. Окей, пока. Чиз-чиз. Чиз-чиз-чиз.